Вместе возродим духовность. Благотворительный марафон под таким названием пройдет в нашем городе с 25 августа по 5 сентября. В течение этой декады меценатства в торговых точках организуют сборы пожертвований. Исполкомам уже направлены письма руководителям различных предприятий с призывом принять активное участие в этом добром деле. Перечислить деньги могут и остальные челнинцы. Реквизиты можно найти на официальном сайте города. Все вырученные средства направят на строительство соборной мечети Джамик и храма Рождества Христова. Финальную точку этой акции поставит благотворительный прием, который в пятницу 5 сентября пройдет во дворике мэрии.